Был когда-то недалеко от большого города маленький городишко. Через него проходила дорога. В этом городке жили те, кто хотел, чтобы их оставили в покое. Знаете, у нас было массовое убийство какое-то время назад. Многие думают, что город заколдован. Что ж, я закончил все свои дела в этом городе и поеду своей дорогой. Вы прямо сейчас пойдете со мной и взглянете на нечто интересненькое в нашем морге. Это серийное убийство. Как насчет того, чтобы написать вместе книжку об этом? Вы и я. Откуда ты взялась? Шла по дороге. Ты прошел мимо меня. Можешь звать меня Ви. Ви – красивое имя. А настоящее какое? Привет, Бобби. Это Холл Балтимор, писатель, автор книги. Присядьте. Что вы знаете? Ясно, что это работа серийного убийцы. Это парень Фламинго. Он на них дурно влияет. Я хочу узнать правду. Будут последствия. А у меня есть выбор. Расскажите мне всю историю. Между. Вот погодите, вы будете сильно удивлены.